Еще раз доброго времени суток, друзья. Давайте проверим с вами связь. С вами опять Наталья. Как меня слышно? Поставьте десяточки. Если с микрофоном у меня все в порядке, ставим десяточки в чат. Да, вижу, пошли десятки. Я рада приветствовать здесь гостей нашей встречи. Сегодня в 18 часов и так ежедневно проводится встреча по спутнику именно для команды спецназ МЛМ. Вижу гости Валентина. Вижу, приветствовали мы уже Игоря, Наталью. Поставьте семерочки, те, кто впервые на нашей встрече, то есть те, кто пришел послушать, что такое программа с автомобильками, с такими красивыми, которые я вам поставила. Саша, да, уже познакомились мы, благодарю, что вы остались послушать. Наталья, Игорь, Владимир, мы вас приветствуем, друзья. Благодарю, что вы нашли время. Благодарю за то, что вы открыты к информации и наверняка люди целеустремленные, то есть имеете свои цели. И вам интересно, каким же образом можно получить вот такой подарок от корпорации. Это автомобиль на выбор, Toyota RAV4 или Kia Sportage, кроссовер 4-го поколения. Собственно, программа очень интересная сама по себе, запущена она буквально 3 недельки назад, такой в активной такой фазе. То есть она у нас уже была, но не делали на нее акцент, она дорабатывалась. И сейчас вот эта шикарная вещь, то есть это программа от корпорации, у нас их 14. То есть это одна из программ, но она действительно уникальна, и на нее действительно хочется приглашать, хочется показывать вот этот вариант источника дохода, да, для всех людей. Давайте смотреть, каким образом это все будет для нас складываться, как мы придем к таким подаркам. Потому что это действительно подарки, это не лизинг, это не кредит, это не автопрограмма от компании, да, это действительно подарки за выполненную работу. Но я вам могу сказать, что это маленькая крупинка, хотя кажется она такой, знаете, существенной, да, со всего того, что вы будете иметь с этой программы. Потому что программа просто бомбовая. Сейчас активно идут регистрации, люди уловили, что это такое, и мы будем еще дальше, скажем, Да, круче всех инвестиций вместе взятых. Мы будем еще дальше, в принципе, показывать, да, скажем, углублять, да, и показывать, что же это действительно такое, то, что мы увидели. Потому что некоторым нужно просто какое-то объемное зрение, наверное, включить, чтобы понять, что это за круть. Итак, корпорация Constellation Luck объявляет авторалли. Немножко о корпорации для тех, кто только-только к нам сейчас подключился, кого не было в 5 часов на командной встрече. Компания работает второй год, компания работает легально. Компания – это объединение интернет-предпринимателей со всего мира, без ограничений по возрасту, полу, вероисповеданию. То есть те люди, которые имеют у себя какие-то цели, те люди, которые стремятся улучшить свою жизнь, для них это будет мега интересно. Поэтому слушаем внимательно, готовим вопросики, на которые с удовольствием отвечу в конце встречи. Итак, какова вообще сама суть? Да? Я думаю, что в принципе, вот тема перелив, она как бы везде массируется, да, муссируется, не знаю, как это назвать, в интернете. Для людей это, скажем, такая интересная, интересный такой крючочек, перелив. Но другой вопрос, что есть то понятие переливов, когда с людей просто собирают деньги, реально, да, они там, может быть, и увидят какие-то переливы, там, может быть, даже что-то и заработается небольшое. Но, как правило, такие вещи куда зовут на пассив, исключительно на переливы, где не надо никого приглашать, эти вещи долго не существуют. Думаю, что есть уже опыт у наших гостей, и они сделали какие-то свои выводы из интернет-предпринимательства, да, из жизни в интернет, из бизнеса в интернет. Мы вам показываем именно настоящий бизнес, но он до смешного прост и доступен каждому человеку. У нас условия в нашем спутнике, то есть так эта программа называется «Спутник», это 3 партнера за собой и 3 аккаунта. Для того, чтобы получать подарки, для того, чтобы получать еще и деньги по пути к этим подаркам и одновременно, да, с этими подарками. И подарки автомобилей – это самые крупные. У нас есть еще другие, мы об этом с вами проговорим. И если партнер приглашает 4, 5, 6, это его личная выгода, и он быстрее двигается к своим целям, к своим результатам, да, в этом бизнесе. То есть на 3 людях, естественно, никто не останавливается, потому что очень интересно работать, колоссальная поддержка, обучение. И, собственно, весь бизнес-кейс, когда человек активирует себе даже просто программу «Спутник» в корпорации Constellation Luck.
это инструменты, это рабочие чаты, это постоянная поддержка лидеров. Давайте дальше просматривать, да, что, собственно, вообще, каким образом строится данная программа. Данная программа, почему слово «перелив» присутствует, да, но он действительно здесь есть и очень мощный, потому что программа строится по бинарному принципу. Потому что в программе есть условия, три партнера. Вот три партнера и три аккаунта. Это зеркальные кабинеты, да, мы только смотрели, да, извиняюсь за такие каракули. Сейчас я попытаюсь исправиться. Просто хочется сделать, да, акцент три партнера, три аккаунта. Куда встают и каким образом они встают к вам в ваш бизнес? На первый уровень встают только два партнера. На второй уровень третий партнер прилетает автоматом. Для вас это второй уровень, для вашего партнера, для первого или для второго, это первый уровень. То есть он получил к себе партнера без своего личного участия. Это и есть перелив. И чем активнее работают люди, тем быстрее и больше переливов получает каждый. Почему? Да потому что когда у нас активируется партнер в спутнике, 7 человек получают себе партнеров в свой бинар. 7. Понимаете, здесь 7 уровней. И вот эти уровни, они заполняются автоматом с помощью друг дружки, с помощью перемешки команд. То есть получается, что ваши 3 человека, они-то приглашать будут, у вас уже пойдет третий уровень. Ваши 3 человека. У них уже, да, если вы там работаете активно, к ним тоже на эти уровни будут приходить партнеры. И дальше вот таким образом все смещается, да, и вместе у всех заполняются уровни. Удивительная программа. Первый уровень 2 партнера, второй 4, 8, 16, 32, 64, 128. Вот общая сумма это 254 партнера. Это полностью заполненные уровни, причем если вы работаете активно, система будет искать свободную ячеечку, чтобы поставить вашего личника. Поэтому если, соответственно, у вас уже там, допустим, ваши люди сработали, у вас 3 уровня заполнены, то ваш лишний человек, он уже прилетит к вам на 4 уровень. И вот к этим людям он прилетит на уровне и выше еще, понимаете? То есть вот это вот называется мощнейшая командная перемешка. А у нас люди не успевают, заходят в кабинет, а там прибавляется количество партнеров вот, в классе спутник. И они удивляются, откуда он вообще, я его знать не знаю, этого партнера, да? Откуда он у меня взял спутник? И этот партнер будет дальше, опять же, продвигаться, наполнять уровни этому человеку. Но нужно, естественно, действовать вместе для того, чтобы программа сработала для каждого и быстро. Понимаете, ее можно растягивать на года, но можно ее сделать за месяц. Потому что, опять же, нет ограничений по времени. Сколько угодно регистрации, сколько угодно получений, да, раз в день, абсолютно. Когда получение денег происходит? Деньги получаются тогда, когда 254 партнера образовались на одном кабинете. У нас в тарифе 3 кабинета, то есть на тариф 10 3 кабинета. То есть с 3 кабинетов будет отображаться тариф 10, тариф 100 и тариф 1000. И в первом, и во втором, и в третьем кабинете. И если вы сами сразу не сактивировали сотню, да, там 1000, нет таких возможностей финансовых, значит программа вам сама будет активировать эти тарифы. Как только накопится необходимая сумма, идет активация тарифа 100. Мало того, я вам сейчас покажу, что еще активирует этот спутник. То есть у нас задача вот она. Остатки денег выводятся на кошелек, как только сформировалось 254 партнера. Остатки денег, которые остались от активации классов, они приходят к вам на кошелек. И так в каждом кабинете. Когда вы закрыли во всех 3 кабинетах это количество партнеров вместе с командой, с общей помощью, тогда еще и подарки. Тогда 3 кабинета выполнились вот эти вот условия, да. В тарифе 100 запустился тариф 100 с 10-го тарифа. И он точно так же, да, он запустит какую-то еще программу. Я вам сейчас на следующем слайде покажу, что еще может запустить спутник, если вы работаете только со спутника. Потому что сейчас у нас была встреча, мы показывали стратегию работы с эконома с программы. Где деньги на каждый день на вывод, потому что программа «Спутник» – это накопительно-подарочная программа, автоматизированная, с автоматизациями по другим программам. И здесь деньги на вывод, когда выполнилось вот условие вот такого количества людей на кабинете.
Я еще раз повторяю, это не отдельно у вас 254 партнера, у ваших трехличников отдельно какие-то 254 партнера, у их трехличников отдельно. Нет, это все совместное действие, совместная пляска, да, как говорится. Тариф 100 активирует тариф 1000 при накоплении. И вся та же самая история, остатки денег на кошелек плюс подарки, когда три кабинета. И здесь та же самая история, остатки денег на кошелек плюс на выбор Toyota RAV4 или Kia Sportage. Эти программы, они реинвестируются, то есть тариф 10 выполнил условия, он перезапускается, тариф 100 то же самое, тариф 1000 то же самое. А теперь мы посмотрим, вот я вам показала, да, если, значит, вот этот слайд, как простраивается, да, все это дело. Но я хочу вам еще показать, что помимо вот этих денег, помимо, да, вот этих вот заложенных в маркетинге, вы будете еще иметь деньги, потому что открываются другие программы с помощью спутника. Еще раз делаю акцент, если мы работаем только по спутнику, и мы ничего больше не активировали, потому что мы можем с вами активировать, когда подключаемся к корпорации, и эконом, и спутник сразу активировать, и бизнес даже можем активировать. Это все в вашем личном праве. У нас гибкий маркетинг, а мы можем вообще, извините, все источники дохода активировать, чтобы они из заработанных денег, чтобы их автомат не активировал, да? А деньги уже выдавались на кошелек. Смотрите, получается так, что работаем мы только со спутника. В тарифе 10 мы начинаем. Тариф 10, накопив $25 у себя в кабинете, активирует программу эконом. Программа эконом, потому что в эту программку к вам будут прилетать ваши личники, у которых тоже спутник активировался, и прям совсем, можно сказать, быстро прилетать. Программа эконом сактивирует бизнес-класс. Тариф 10 еще сактивирует зодиак. Это за $50. Произойдет реинвест, да, произойдет активация тарифа 100, деньги остальные на кошелек плюс, если это на трех кабинетах, украшения из нашего интернет-магазина. Собираете, корпорация оплачивает, отправляет. Тариф 100, что он запускает? Вот работаем мы только по спутнику, то есть приглашаем на $30, приглашаем партнеров, выстраиваемся только в спутнике. Мы хоть и выстраиваемся только в спутнике, но вот эти программки эконом, бизнес и зодиак, они тоже начинают приносить доходы. Хотя работа ведется вот в одной программе. Тариф 100, он запустит элит-бизнес. Смотря где быстрее выстрелило, да, вот мы, например, начинали с эконома, да, у нас с автоматом запускался спутник. И, допустим, элит-бизнес у меня с бизнес-класса, да, запустился. То есть у меня теперь тарифа 100 на элит-бизнес 250 не пойдет, это пойдет на кошелек. Понимаете? И премиум у меня там запустится, а сюда партнер приходит. Уже буквально на подходе, да, запуск премиума. Соответственно, с тарифа 100 уже деньги на активацию тарифа 1000, и все остальные придут на кошелек. И на выбор техника вот это. Это iPhone 6 или ноутбук. Тариф 1000 он запустит Elite Premium, если мы работаем только по спутнику. Elite Premium запустит VIP. Произойдет автореинвест на 1000 и перезапустится этот тариф. Уникальная многогранная программа, обязательно разберитесь. Сначала может показаться как-то вот непонятно, но простые абсолютно действия. Вы будете видеть уже у себя в кабинетах результаты, потому что мы видим, как люди... Даже, понимаете, вот они сактивировались тариф на 10 там, куда-то там отъехали, да, пусть там где-то, ну, нет их на связи, пригласили там, допустим, одного партнера, а ему вниз уже 25 партнеров нападало, и у него эконом сактивировался, он уже к вам прилетает в эконом, этот партнер. Поэтому вам быть активным очень выгодно, приглашать более трех людей. Это на быстрее ускорение заработка в экономе. А в экономии программа эконом – это с утроителя $50 сразу на кошелек по 25. Понимаете? Поэтому нужно просто-напросто разобраться, да? И вот, собственно, есть стратегия работы вот в этой автомобильной нашей программке, мы ее называем так, да, программа «Спутник». Смотрите, к примеру, вот смотрите внимательно на этот слайд. К примеру, в течение одного дня – все приглашают трех личников. Прошло 5 дней. Закрылся 10-й тариф. А если вы не активировали больше ничего, у вас не было, эконома ничего, для вас на вывод $207.
Если вы уже наш партнер, то для вас на вывод вот эти вот деньги, то есть если у вас есть уже программа эконом, к вам, у вас сработает эконом на 150 долларов, туда повылетают партнеры со спутника, и у вас за три кабинета самого спутника 432 доллара. Считайте. Далее, есть стратегия следующая. В течение двух дней каждый приглашает 5 личников. И так происходит 8 дней в команде. В течение двух дней каждый приглашает 5 личников. Мы очень любим считать, и вообще мы считаем, что если люди идут в бизнес, они должны любить считать, и научиться считать, и вообще полюбить цифры. Иначе могут быть пройдены просто сделаны бесполезные действия и потеряно время. Вот если в течение 8 дней вот так сработала команда, в течение 2 дней 5 лично приглашенных, на спутник 10. Тогда новичок, у которого нет эконома, получит с эконома 300 долларов. 6 экономов сработает. Партнеры туда повылетают, которые в спутник заходят. И он получит со спутника 207 долларов. Если же у партнера открыт эконом, то он получит вот такие вот деньги. 450. Это будет в программе эконом заработано. Это по спутнику. Если в течение 3 дней все приглашают 10 лично приглашенных. 10. И так произошло 9 дней. Вот такие вот заработаны деньги. Программа эконом даст вот такой доход, программа спутник вот такой доход. Если мы уже, да, в экономе, то зарабатываются вот такие деньги. Если уже открыт эконом и приглашается на спутник. Все получают переливы, деньги и подарки. А самое главное, все запускается автоматически. А теперь внимание. Самое главное, предложение распространяется на всех партнеров, а также новичков нашей команды спецназ МЛМ Ларисы Баженовой. Скажем так, VIP-предложение. VIP-предложение. Если каждый выполнил вот это действие, то, что я вам показывала, и я вам показывала цифры, которые там написаны, да, на том слайде, если каждый сделал так у вас в команде, и если вы не получили те деньги, которые там обозначены, и подарки с тарифа 10, мы лично, группа лидеров, вам вернем в 100 раз больше. То есть не 30 долларов, а 3000 долларов. Это распространяется на всех партнеров команды спецназ МЛМ Ларисы Баженовой. Еще раз вернусь. Вот на этот слайд. То есть вот такая вот стратегия. Вы можете сейчас скрин взять, да, мы можем потом скинуть слайды, это не вопрос, да, в предварилку, там, в наши рабочие чаты, все это, в общем-то, будет перед глазками, да, как говорится. То есть если вот так вот происходит действие, каждый партнер дублицирует вас в течение 5 дней, а условия 3 личника за сутки. И если вы не получаете вот такие вот деньги, значит, вы получаете в 100 раз больше. Думаю, предложение мое, точнее наше, да, оно понятно, то, что я сейчас проговорила. То есть это гарантия того, что то, о чем мы говорим, все так и происходит. Не верите? Давайте проверим. Давайте проверим. Абсолютно простые шаги. Дело в том, что вы знаете, я говорю, люди любят нести в хайпы по 1000 долларов, а потом плакать, когда он закрылся. А вот здесь вот, когда речь идет о сплошных мощных переливах, о 30 долларов, люди начинают ходить в стопор, да? Я там пойду подумаю, я там, значит, еще 3 дня. О чем подумаю? О чем? Зарабатывать или нет? Но как бы сейчас каждый развитый человек, он понимает, что надо зарабатывать как можно больше, потому что это возможности. Деньги дают возможности. Деньги дают свободу, возможности и, собственно, жить там, где мы хотим, да, иметь. Быть самим собой они дают. Возможность быть самим собой человеком. Поэтому подумайте, пожалуйста, над этим предложением. Над этим предложением. И посмотрите, какие подарки у нас на 10-м тарифе. Вот эти подарки у нас на 100-м. Когда на 3 кабинетах сформировалось 254 партнера общими усилиями, еще раз говорю,
общими усилиями. Но на халяву мы вас не зовем. Халява – это бред. Нет халявы в интернете. С чего выгоднее заходить? Со спутника или эконом? Везде хорошо, да, действительно. Вы знаете, вот подключаются партнеры. Если вы сработаете быстро, например, в экономе, я вам сейчас скажу, какая, когда, допустим, стратегия, да, когда у вас лично приглашенных, допустим, 4 человека, у вас активировался спутник на одном кабинете. Если ваши двое в экономе пригласили свою трешечку, у вас активировался спутник на одном кабинете. И опять же, не тормозите, ребят, хотя бы даже вот, знаете, те, кто там, допустим, ну, вообще никак, да, вот сейчас на 30, на 10 хотя бы заходить, на один кабинет заходить. Если вы поймете вот это все, разберетесь, то у вас потом они из ниоткуда эти $20 возникнут. Поверьте, когда человек ставит у себя в подсознании, в голове, что ему нужно, у него возникают деньги. Да смешного иногда бывает. Просто надо анализировать, да, осознанно относиться к жизни. Вот, и вы будете видеть чудеса. Особенности программы «Спутник». Со всех программ, да, да, все возможно, как угодно. Заходит у нас еще вообще, кстати, вот такой вариант классный, это $105. Если вы хотите еще раз по 10, нет, если вы заходите только на $10 сначала, потом второй кабинет и третий кабинет прокупаете спутника. Просто, конечно, это еще, может быть, упущенные, да, переливы, скажем так, вот. Я хочу сказать следующее. Если человек серьезно настроен на дело, у него более-менее нормальные деньги. Значит, активируйте сразу на $105. То есть 3 эконома в 3 кабинетах и в 3 кабинетах спутника. Потому что все по-разному. Есть люди, которые еще и бизнес-класс захватывают. Тогда эконом у них не будет запускать бизнес-класс, а сразу на вывод деньги выйдет. Вот это будет 7 часов встречи. Да, я сейчас буду заканчивать. Через полчасика будет общая презентация, будет вести Николай Евгеньков, поэтому приходите и послушайте по всем программкам. Точнее, не уходите, да, но вот в таком вот интенсиве мы работаем. Мы хотим, чтобы у наших партнеров и у нас лично, да, были хорошие, быстрые результаты. Особенности программы «Спутник» – накапливают деньги, бинарная система, неизбежны переливы, 3 аккаунта, 3 партнера, 3 тарифа, 3 подарка и тройной доход, Святая Троица. Партнер подключается... Да, просто не выходите из комнаты, захотите, послушайте, там, потом выйдете, может быть. Партнер подключается, 7 человек получают деньги. Поэтому напишите здесь, пожалуйста, сейчас те люди, которые у нас уже стоят в спутнике. Кто активировал себе спутник? Ребят, отписываемся. И я очень надеюсь, что вы меня все слышите, потому что, когда задается такой вопрос, я реально вижу людей, которые у нас на спутнике, они не отвечают. Ставьте пятерки. Ставьте пятерки. Поехали. Пятерочки побежали, да. А побежали пятерочки. Отлично. Есть еще люди. Я просто знаю уже, да, партнеров, кто на спутнике. Кто-то, может быть, там отвлекся. Ау, дорогие партнеры. По тарифу, по программе «Спутник». Ставим пятерочки. И, в общем-то, принимаем решение, приглашаем друзей, получаем авто в подарок. Выбираем свое. Идите в городе, да, в салон в автомобильный, примеряйтесь, как говорится, для себя. Каким цветом, что мне идет, где что мне нравится. Да-да-да, вот пошли еще пятерочки. Ну, тут еще есть люди, я просто смотрю. Замечательно. Я вас благодарю за внимание. Я благодарю. Сейчас я тогда буду освобождать, собственно, комнату Николаю. Вот. И полная презентация через полчаса в 19 часов по корпорации СИЭ. Какие еще есть вопросы? Если есть, тогда напишите. Вопросов нет? У матросов нет вопросов. Отлично. Значит, уже как бы проявляется, все встает на свои места. Замечательно. Я благодарю вас за внимание. Я благодарю, что вы были с нами. Принимайте решение. Я машину хочу. Абсолютно хорошее хотение, Саш. Совершенно хорошее. Почему нет? И почему не несколько? С программой «Спутник» вы, собственно, сможете купить автопарк. И еще и домик в бассейне.
Вот. Поэтому, ребят, даже не думайте. Я понимаю, когда думать, когда, знаете, компания там месяц, другой работает, там 2-3 месяца, начинаешь думать, что они там еще, значит, как говорится, поменяют, да, и вообще будут ли они работать или нет. Второй год работает корпорация. Я даже на права в школу записалась пока. Да, Машенька, умница, замечательно. Вот человек движется к своей цели. Здорово. Ну все, тогда я заканчиваю в 7 часов презентация.